теперь мы с улицы Ватутина едем на улицу Большевицкая через новый мост. Экскурсия продолжается. Зачем нам пропасть стоять? Ну реально до Первомайки время сокращает, обалденно, конечно. Ашан, держись, мы к тебе приедем. Ей-ей. Облагородили, да, и все сделали. Эх, красота. Везде вот эти вот шумоизоляция стоит. Ну, везде населенные пункты, везде шумоизоляция. То есть, прям еще выше при том забор стоит такой. Видно, дорогое дело. Ну да, конечно, дорого, но с ней людям-то намного лучше жить. С этой шумоизоляцией, чем без нее. Там вот частный сектор слева и справа, скорее всего, тоже частный сектор. Спасибо за внимание. Удачных путешествий.